решился все-таки поехать на машине к родственникам в Украину через Польшу, так как Беларусь сейчас закрыта для транзита для граждан Европейского Союза. Поэтому маршрут будет такой: Вентспилс, Лепая, Клайпеда, Каунас, Мариенполе, Белосток, Влодово, граница после Влодово. Верните направо. Потом Луцк, Ровно, Житомир, Винница, Гайсен. Не доезжая до Гайсен, не доезжая от Растенец, там уже Бершец. Вот. Навигатор показывает 1655 километров ехать сутки. Через 400 метров повернуть налево. Опять же, все будет зависеть от границ. С собой вроде у меня все есть. Свой паспорт, права, техпаспорт на машину, ковид-сертификат о том, что я два раза вакцинирован. Ковид-пас литовский я заполнил, начиная с сегодняшнего утра. Страховка ОКТА есть, страховка от COVID-19, типа как путешествие, тоже есть, зеленая карта есть, каска есть. Посмотрим, что из этого получится. В планах приехать к родственникам в деревню, провести время в деревне. Может быть, если получится, у нас до Одесской области буквально 10 километров, 15 от деревни родственников. Доехать до Одессы, там часов, наверное, 4,5-5 ехать. Побывать в Одессе давно уже не было. Посмотреть на Оперный театр, дойти до Пушкина, гуляться по Приморскому бульвару до Дюка. Будем проезжать знаменитый Ржавский пивной
7 часов 30 минут добрались мы до города Лепое, потихоньку, не спеша. Торопиться мне некуда, едем не нарушая по правилам, как это и положено. Через 200 метров развернитесь. Вот. Навигатор мой, чтобы не скучно было, дал имя Маша. Чтобы не скучно было. Ведет меня через колхозы в сторону Клайпеды. Но, извини, Маша, мы тебя слушаться не будем. По колхозам мы не поедем. Мы поедем по основным магистралям. Так что как-то так. Сейчас будем подъезжать через канал Лепойский, который канал ведет на Лепойское озеро. Очень красивый мост, очень красивый канал. Через 200 метров поверните налево, затем двигайтесь прямо. Маша, как всегда, обманывает, ведет меня по колхозным полям. Канал, что в переводе означает торговый канал. Через 800 метров держитесь левее.
подошли к лобеду, ни на какие знаки ограничения скорости не попались, чтобы потом увидим по возвращению в Латвию. Грузовикам 70, грузовикам 50, грузовикам съезд направо, это весовой контроль. Счастливой нам дорожки до Каунаса.
500 метров до Дебан. Ну вот как-то так, может даже это и не польский язык. Вот, так что с таким движением едем спокойненько за фурой 95, иногда 100 с горочки. Вечера я приехал на границу Польши с Украиной. С 7 до 9 поляков простоял. Очередь была. Потом на пересменку попал в 9 часов на Украине. Закончилась пересменка, начали запускать. И в 10 часов я заехал в Украину. Вот. Что? Поляки взяли паспорт, техпаспорт, попросили открыть багажник. Украинцы попросили открыть багажник, прошел визуальный контроль. По вещам не копались, только попросили удочки открыть, показать. На паспортном контроле попросили предъявить ковид-сертификат, страховку на ковид-сертификат и зеленую карту ОКТО. Ну, страховку автомобильную для Украины. Дальше пошел и таможенный контроль. Тоже показал салон, открыл багажник, но личные вещи ничего не смотрели. Сейчас в планах у меня пока спать не хочу, все нормально, сейчас 22:16 по нашему латвийскому времени. 3-4 часа поеду, пройду в Западную Украину и буду искать ночлег. Вот. Пока все хорошо. Если что, прямое включение будет еще. Пока едем. План такой. Сейчас Луцк. Зайти за Ровно. Встать на автобан. И там уже смотреть самочувствие. Пройти Западную Украину. Так все хорошо. Ну что, мои хорошие. 2 часа ночи. Шли мы за сегодня уже 1230 километров. Средний расход 4,8 литра на 100 километров. Что я могу сказать? Да, от Ковеля до Луцка дорога, конечно, не камильфо. До Ровно еще половина пути более-менее, а вот перед Ровно начинается, конечно, не очень интересно. Ну да, почти за 3 часа мы обошли Ковель, обошли Луцк, обошли Ровно, остановились на заправке, сделали все дела. Заправились как раз. Сейчас до Житомира нам осталось 140 километров. Едем потихоньку. Хоть и вроде как автобан, но я некоторые знаки не понимаю здесь, которые новые поставили, обозначающие радар. Вот. И что? Ищем место ночлега, где можно поспать до утра. Даша у меня ругается все равно на каком-то непонятном языке, чтобы хоть уже зашли в Украину. Настырно меня.
сегодня хочет направить через Тернополь, но мы идем на Житомир. Так что так. Может, еще будут включения, когда найду ночлег. Посмотрим. Хотел сказать, что от Ровно до Житомира прекрасная дорога. И вообще, вот сейчас вот уже прошел Бердичев, вот хотел показать. Отличные дороги сделали. 5 часов утра. Отели, в которых я планировал остановиться, уже закрыты были. Ищу место, где отдохнуть. Еду не спеша. Вот. Это я уже за Бердичевым. Прошли мы за сегодня 447 километров уже. Время в движении 20 часов. Средний расход 4,7 литра. Сделали в Винницкой области. Все, жду места для ночлежки, уже не для ночлежки, уже просто для отдыха, чтобы отдохнуть, поспать немножко и продолжить путь. До деревни осталось 300 километров. И, скорее всего, уже после того, как отдохну, уже поутру. Как-то так. Да, все-таки 5 часов 25 минут. Честно говоря, думал отдохнуть, но тут уже до Винницы осталось 38 километров. Спать не хочется. Что сейчас, скорее всего, я просто еду и наслаждаюсь дорогами Винничины. Все-таки молодцы, сделали. Думаю, сейчас, пока не начался утренний час пик, надо заскочить за Винницу. Там уже это Немирово. Да, знаменитая Немировская водка, осталось меньше 100 километров. Сейчас что добежу до Винницы, там остановлюсь на заправочке, сделаю все дела. 37 километров это полчаса. Сейчас тут мы как раз уже. Потому что спать не хочется. Усталость есть, но спать не хочется, вот честно. Заодно показываю, какие шикарные дороги сделаю. Задала по статусу.
трассу.
московский автобус поехал, если видно. Классно. Они еще живые. Пока ехал, ни разу не видел. Еще раз понаслаждаться родными дорогами.
сейчас 8 утра. Мы уже подъезжаем к Немирову. Что мне показывают, что здесь 50. Посмотрим на эту объездную. Немир, я в город не хочу суваться.
Кстати, радио здесь прикольное. Я уже с самого ровно слушаю. Прикольное радио вообще. Субтитры сделал DimaTorzok.
Митсубиси тоже поворот проскочила. Вот я говорю, тут дурной поворот был. Yeah.
14 минут утра. Мы, можно сказать, приехали на родной Бершить, районный центр Бершить. Сейчас мы через него поедем. Thank you.
Поменяй, пожалуйста. Не хочешь, не надо. Мы так долго будем плестись за этим трактором. Винницкий регион обозначается первые заглавные буквы А, В. Я по привычке читаю АБ, так как к латинице привыкли, к примеру, латинским. Это АБ.
что хорошенький. Итоги. Значит, проехали мы 1706 километров, плюс еще, ну ладно, километров, плюс 6 километров, это 1712 километров. Там масса интересно. Время это заняло 23 часа 51 минута, плюс 3 часа на границе, 27 часов. Расход актуальный. Средний расход за это время 4,7 литра на 100 километров. Нормально. Все. Всем пока.